у меня был секс в поезде, я его представлял долго. Мне часто парни рассказывали о том, что вот мы с ней в поезде познакомились, и там все произошло. Мне всегда сложно представлялись эти условия. Ну, по-трезвому, как это может произойти в поезде? Куча народа. Особенно, когда мы ездили плацкарты. Ну, когда уже начали ездить в купе, и тут я один в купе, и вдруг дверь открывается, и проводник говорит, вот здесь вот есть свободное место. Ваша судьба. И эта блондинка заходит в купе, и вообще не собирался ничего делать, но на какой-то момент я проснулся от того, что со мной рядом кто-то лежит, а я уже спал. И тут она говорит, мне так страшно ехать одной, я боюсь упасть. Ну что ж, да пришлось помочь. Догонишь ты. Человеку-то что ж. Это эпизод из сериала? Нет, это было правда.